Всем привет, с вами снова я, Лорд КДА. Продолжаем кампанию за зергов. Сбор, 7 уровень. Отбирание лучшего, главный класс Рулия, планета Чар, что-то там. Невыносимый, трусливый Протос. Тассадар не сможет ускользнуть от моего гнева. Я найду его и... Жаль, что мозг не может быть действительно убит. Ведь высший разум наверняка снова реинкарнирует его. Нет, он не сделает этого. Протоссы придумали несколько новых атак, способных аннулировать нашу реинкарнацию и встать на пути у самого высшего разума. Теперь ясно. Схватка Тассадара со мной была лишь диверсией. Мне его никогда не понять. Без своего повелителя стая Засса обезумела и сейчас угрожает кластеру логова. Мозг, ты должен искоренить безумную стаю и не позволить им причинить ущерб. А с Протоссом я разберусь лично. Вот такие вот пироги. Так, имеет способность. Ага. Блин, личинки, это ж долго. Так, сейчас посмотрим. Так, тут нигде нету обходов. Ага. Хорошо, тогда блокируем здесь. Так, с этой стороны. Где-то здесь надо блокировать. Ага. Yeah.
Так. Как-то вот так. Давайте еще один что-то поставлю. Сразу, поскольку это ж нужная постройка. Инкубатор. Так, здесь надо все выставлять споровыми колоннами. Необходимо больше минералов. Необходимо больше минералов. Значит, снова задание уровня убить всех.
необходимо больше минералов. Ну что ж, тут, в принципе, атака, массовая атака зерлингами, в принципе, прокатит. У зергов же нету этих гусениц, которые бы убивали бы пачками. Нету. И это здорово. Необходимо больше минералов. Необходимо больше минералов. Дети атакованы.
Эволюция завершена. Необходимо больше минералов. Так, ну в принципе тут подложить, наверное, транспортные функции не понадобится. Я так думаю. Необходимо больше минералов. Наши пять атакованы. Хорош. Хорош, потрепали. Значит, нам надо усилить оборону. Вот что мешает тут вот некоторым, а? Спрашивается. Какие проблемы? Да никаких. Тупость. Никакого мошенничества. Эволюция завершена. Эволюция завершена. Так. Необходимо больше минералов. Так. Что у нас по запасам? 1600, 1000, 2600, значит. 3400, 4500, 500, 6500, 6500 у нас минералов в запасе, ну так, грубо говоря. Поэтому. Надо искать новые ресурсы. И уж тем более, чтобы апгрейдить юниты, тоже нужны ресурсы.
Так, дистанцию мы улучшили, значит, нам надо в следующем улучшать шипы и бронирование. Так, зеленга мы увеличили. Увеличили. Ожидаемо. Ожидаемо. Да, поэтому надо еще делать. Так. Пока что более минералы у нас лучше пока что не становится. Но есть много газа. Если есть много газа, то можно, в принципе, игрописком не нападать. Нет, что так кажется. Во всяком случае. Эволюция завершена. Ну что ж, попробуем, давайте
все-таки ударные группы и гидролистов собрать. Ну что, три ударных отряда соберем и пойдем выносить. Так, первый тогда вот сюда на изготовку. Сейчас одного туда скринку создадим, смотрим, что он там может. Ну, я примерно знаю, что он может, он как бы бафает, но делать лучше не припомню. Так, это у нас значит. Понять чуму. Поднять чуму. Поглощение. Необходимо больше минералов. Темная стая. И где описание того, что делает этот скилл? Просто где? 8. Ну, исчерпан нам тут чё. У нас уже запас его.
Забираю минералы и ёлы-палы. Это не здорово. Так, это у нас контроль-3, раз. Давайте, что ли. Раз, два, три. Не дособрал нужное количество, ну да фиг с ними. Не получится полной команды. Гидролистики потеряли второй вторую группу. Так. Разборочка идет. Шикарно. Приперлись разбираться. Так, теперь надо вот эту вот линию взять и перенести сюда. Тут у нас... Какое дело? Слушайте. Ну, значит, такое дело, да? Это, ну, вообще дерево. Так. Наши дети готовы. Блин, страшное безобразие. Страшное безобразие.
не то начал делать. Наши дети готовы. Не хотите построение изменить? Умные смогут такие. Дофига. Хотя, наверное, я зря отказался. Нифига себе. Значит, у них ультралиски уже есть. У меня только гидролиски, да? Здорово. Очень здорово. Так. Ну, теперь попробуйте высадить. Я на вас посмотрю. Yeah.
Всем потери, да? Делал. Такой нескромный вопрос. Наши дети атакованы. Так, а тут, собственно, сделать кто-то больше, но и веса не хватает. Хе-хе-хе. Да. Не чувствую подниматься сюда, на вершину. Thank you.
Наши дети атакованы. Эволюция завершена. Ну да, недостаточно, недостаточно. Так, ведь еще плетутся, да? Так, из четырех групп собрал. Ну да ладно. Короче говоря, три группы собрал.
Да ладно, сколько места занимает один гидролиск. Какая прелесть. Наши дети атакованы. Эволюция завершена. Эволюция завершена. Ладно, фиг с ним, сюда пошлем. Остальные что-нибудь сделают, думаю. Ну, естественно, тут этот справик. Куда ж без него? О, блин. Thank you.
Фига себе. Я, конечно, юмора не понял, но все же. Так, этим пора бы перебраться на новое место добычи. Минералов. Хотя у меня уже и так хреново туча. Чуть-чуть севернее возьмем для высадки. Так, зерлинги. Продолжаем фигарить, поскольку минералов дофигища. Кстати, газа у нас тоже стало достаточно много. Значит, тогда гидролистов будем лепить дальше. Нифига себе. А вы как там оказались-то внизу? Нормально.
Вроде как говоришь, держать оборону. Не, нормально. Зачем? Мне кажется, лучше все-таки начать делать металлистов. Ну, неужели я тут одного гидролиста потерял на этой высоте? Хорошо, муталистов так муталистов. Да ладно. Окей. У соцом, значит, никого не было. Ну, это здорово. Стая гам. Непонятно, чего происхождения. Ну ладно, фиг с ним. На этом сегодня все. Спасибо, что смотрели.